Привет, друзья! Сегодня ночью прошел дождик, стало попрохладнее, и мы решили в выходной выехать просто на природу, без купания, но к реке. А куда у нас можно ближе всего выехать к реке? Конечно же, это Донец, возле моста местечко. Можно было поехать на коровий пляж, но там, я думаю, грязь, и проехать было бы сложновато. Мы бы проехали, но зачем это нужно? Решили остановиться на этой стороне. Надо сказать, дорога сюда существенно улучшилась. Огромное спасибо тем, кто принял в этом участие, в ее улучшении. Теперь проехать сюда не составляет труда. Благодаря активистам, теперь хоть от ЖД к мосту через Донец можно проехать нормально. Ребята молодцы. Тут один человек начал все это благое дело, начал засыпать, сам привозил крошку асфальтную. Ну а дальше подхватили власти Новодружеска, по крайней мере, у меня такая информация. Но в любом случае, спасибо всем активистам и тем, кто принял участие в засыпании вот этих конченых ям. Тут же проехать нельзя было, а сейчас я вот просто еду и радуюсь этому. Спасибо огромное. Я думаю, многие автомобилисты сказали бы спасибо тем людям, которые залатали эти дыры. Ну, а если на ту сторону Донца не ехать, а останавливаться на этой стороне, то тут есть интересные места. Решили проехаться и посмотреть, где можно отдохнуть лучше и комфортнее. Самый ближний вариант оказался самым приемлемым, поэтому остановились там. У нас тут вообще романтическое и историческое место. Вот этот мост через Донец на Тамашовку идущий. В 14 году его уничтожили, а потом восстановили, пересоздав по сути новый мост. Помните? Да, помните. Здесь была понтонная переправа. Было не очень удобно ездить. Как хорошо, что сейчас все утихло, и я очень верю, что все утрясется, забудется весь этот кошмар, который происходил, все виновные будут наказаны, и мы наконец-то будем тихо, мирно жить, поживать и добра наживать. Ну, однако, тема наша сегодняшняя – это отдых, поэтому отдыхаем. А отдыхать на берегу реки – это всегда кайфово. Смотрите, можно от моста заехать сюда прямо вниз. Тут ведет колея, следы. Колея ведет дальше, то есть вы можете базироваться с автотранспортом прямо на берегу. К огромнейшему, преогромнейшему сожалению, бережок с этой стороны, ну, не очень. Камыши, поросль, есть входы в воду. Но они, ну, такое. И это тема для размышления тем, кто хотел бы сделать что-то хорошее для города, да и для себя тоже. Можно облагородить это место и зарабатывать на нем какие-то сезонные деньги. Нужно почистить донышко, расчистить пляжик, подсыпать песочек, ну и все, собственно. А ведь старшее поколение, наши мамы и папы, помнят, как здесь, именно здесь, на этом месте, был городской пляж, облагороженный, устроенный, с кафе и всем необходимым. Thank you.
теперь от этого остались остатки ступеней бетонных, кирпичные конструкции, которые представляли собой парапет. Здесь была лестница. Кто помнит, напишите в комментариях. Причем обратите внимание, несмотря на десятилетия, кирпич остался кирпичом, сохранился. Штукатурка и та не облущилась. Вот как так? Осталась целая штукатурка. Вот умели делать. А в наши дни все отлетает буквально за 2 года. Да, заросли, заросли. Здесь же реально может быть офигительный пляж. Место так и просится. Говорит, сделайте меня пляжным. Смотрите, травушку скосить, песочек насыпать и почистить донышко, и все. Даже тут его не почистить, а насыпать. Не, ну надо повытягивать вот эту всю мутату с воды. И, блин, будет офигительно. А также даже подойти к воде нереально. Я подхожу, у меня тут почва под ногами. Блин, что-то куснул за ногу, что ли. Почва проседает. Ну, в общем, сами все видите. Не так уж и много работы на самом деле. Но кому это нужно? Неужели надо самим активистам вот так вот браться и делать здесь пляж? Ну, стоит же сейчас кому-то взяться, очистить, появится обязательно кто-то, власть имеющий, который скажет, все-все-все, кыш-кыш-кыш, дальше мы сами тут продолжим. Так же, так оно и будет. Вот и приходится людям туда, на вторую сторону, пробираться через вот такую вот местность, чтобы попасть на коровий пляж. А, ну, что хорошего? Тогда что же кто-то умудрился подвезти песка? Подвезите сюда, пожалуйста. На коровьем пляже тоже устраивали дискотеки, я помню. Там и кафешечка была какая-то. Ну, все забросилось. А здесь ближе место. Сюда больше народу бы пришло.
как бы там ни было, вы знаете, что у нас есть классные места, в которые можно просто выйти и просто отдохнуть. Не надо ничего лишнего. Приходите посидеть на берегу, покайфовать, посмотреть на Донец, подышать этим воздухом. Не, ну, само собой, надо взять с собой мангал, что-то поджарить и обязательно выбросить весь мусор, который после вас останется. Я с собой не брал металлоискатель, решил в этих местах ничего не искать. Тут просто места такие, что можно что-то найти последний раз. А, блин, есть такие колючки, которые впиваются. Ай, больно. Ух ты, зараза, глубоко. Ага, и в тапки вон они. Надо аккуратно ходить в тапках-то. Видела птичек? У них тоже семья тут своя. Как обалденно природа, друзья мои. Солнце близится к закату, а мы собираемся домой. Весь мусор собираем в мешок, вывозим. Из мангала весь уголечек высыпаем, закапываем. Ни одной сориночки за нами не остается. И вы поступайте точно так же. Потому что, честно говоря, срача здесь очень много. Вот в траве каждый метр, там пакетик, бутылочка, баночка, кусочки пластика. Стыдно мне за вас, люди, которые вот такой вот свинарник оставляют.